От имени экипажа Международной космической станции приветствуем участников и гостей 8-го международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему». Вот уже 10 лет работает на орбите космонавты и астронавты России, США, Европейского космического агентства, Канады, Японии и других стран. Наша совместная работа показывает, что представители разных стран и народов могут жить в мире и трудиться на благо всего человечества. Нам, космонавтам и астронавтам, очень приятно было узнать, что в прекрасной стране детства, в Международном детском центре «Артек», собрались юные посланцы 5 континентов с благородной целью объединить усилия своих сверстников, чтобы вместе изменить мир к лучшему. Мы убеждены, что эта ваша детская мечта может реализоваться, когда взрослые во всех странах, несмотря на кризисы, военные конфликты, стихийные бедствия, тоже объединят свои усилия ради лучшей жизни детей. Нам кажется знаменательным тот факт, что именно 31 июля в Артеке проходит празднование Дня мира. Состоится ключевое событие фестиваля – учредительное заседание Всемирной детской лиги наций. Берегите мир на планете, ведь только там, где царит мир и дружба, где один человек стремится понять другого, только там произрастает дерево разума, принося плоды добра и счастья. Мы надеемся, что 8-й международный фестиваль «Изменим мир к лучшему» станет для вас уникальной школой дружбы и укреплением международных отношений. Желаем вам успехов, счастья, здоровья и исполнения вашей мечты. Командир экипажа Геннадий Падалко. И борт-инженер Роман Романенко.